День молодежи – праздник тех, кому предстоит строить наше будущее, будущее России. Молодые, энергичные, активные – только они могут способствовать ее развитию и процветанию. Молодежь Ленинска-Кузнецкого с особым состоянием души. Деятельность юных горожан многогранна. Спортивные, творческие, харизматичные и, казалось бы, готовы горы свернуть во благо мира и добра. Пока я школьник, я буду, ну и студент, я буду дальше помогать в активной молодежской деятельности и не только волонтерской. А когда я стану более взрослым, я вне зависимости от своего рабочего места буду стремиться, чтобы Россия, наш Кузбасс, наш город двигались к светлому будущему. Находишь себе друзей по хобби, ты находишь себе близких друзей, с которыми в дальнейшем можешь связать свою жизнь. Я хочу, чтобы молодежных центров было больше, чтобы было больше активистов в нашем городе, в Кузбассе, в принципе, по всей стране. Я хочу, чтобы я процветал дальше, и ЛКМЦ тоже, и становилось больше участников. Молодежь должна быть доброй, готова помочь везде и всегда. Я бы пожелал, чтобы они процветали также дальше, стремились к своей цели и росли в гору. У каждого все впереди, а сейчас время дерзаний, поисков открытий и реализации самых смелых надежд.